первый раз снимали? Да. Ага, сейчас. Тихо, ранее про себя. Команда сборная «Татнефти» успешно выступила на фестивале «Кивин» 2020 год в Сочи. По итогам альметьевцы вошли в состав Лиги КВН. Всего в фестивале приняли участие 620 команд со всей России и ближнего и дальнего зарубежья. Победителями финального этапа стали 20 команд. Из Армавира, Альметьевска, Липецка, Москвы, Мурманска, Минска, Сочи, Самары и другие городов страны. Они сыграют в новом сезоне высшей лиги с участием в съемках передачи для Первого канала. 31 января по 10 февраля в Альметьевске на базе спортивного комплекса «Теннис-Сити» пройдут соревнования Кубка России по теннису. В них примут участие больше 250 спортсменов из России. Татарстан представит самых сильных спортсменов из Казани и Альметьевска. Участники разыгрывают призовой фонд более 1,5 миллиона рублей. Среди призеров спортсмены, занявшие с 1 по 8 место, будут зваться мастерами спорта России. Почетными гостями турнира станут вице-президент Федерации тенниса России Владимир Лазарев и создатель первой авторской энциклопедии «Российский теннис» Борис Фоменко. Смотри только на камеру, хорошо? Хорошо. Нет, как слово. Так некрасиво. Можно даже двигать руками, когда рассказывают. Так? Нет, только не так. Ну не так, кстати. Немного самостоятельно. Альметьевские полицейские подготовили для студентов урок по самообороне, цель которого – научить юношей и девушек к рукопашному бою и поведению в результате экстремальных ситуаций. Учителя в погодных подробно рассказали студентам о самых распространенных приемах самбо, делились интересными историями и службы. Я не знаю, куда смотреть. Либо сюда. Вот сюда, вот видишь, что это сюда. А я тоже туда смотрю. Раз, два. Не надо, все, не надо. До свидания.